Всем привет! Вас приветствует все о звездах ТВ «Интересно знать». Представляем вашему вниманию ролик о Павле Прилучном. Он рассказал о своих чувствах после развода с Агатой Муцениеце. Актер Павел Прилучный в передаче «Вместе» рассказал о своих чувствах после развода с Агатой Муцениеце. Запись его монолога есть на YouTube-канале этой программы. Так он говорит: «Я ненавижу одиночество, я не могу быть один, мне нужно, чтобы кто-то был рядом, чтобы кто-то там разговаривал», говорит артист. Также он добавил, что решил проблему с помощью домашних питомцев. У него есть кошки, две собаки, а также аквариумные рыбки. В конце февраля стало известно, что супружеская пара, у которой двое общих детей, все же разводится. В апреле Агата опубликовала серию видеозаписей с инстаграм-аккаунта своей мамы, в которых в слезах она рассказывала о бытовом насилии со стороны мужа и его алкоголизме в период самоизоляции. Павел Прилучный, конечно, отрицает все эти обвинения. Позже Агата заявила, что она не считает себя врагом Павла и выразила надежду, что его физическое и моральное состояние все же придет в норму. 15 июня стало известно, что супружеская пара все-таки официально развелись. По вопросам о разделе имущества и выплате алиментов Прилучный и Муцениеце договорились полюбовно и без помощи юристов. Пожелаем этой молодой, прекрасной и красивой паре быть счастливыми, несмотря ни на что. Если не вместе, то хотя бы по отдельности. Побольше новых им интересных ролей, а также пусть их детки растут самыми здоровыми, самыми красивыми и самыми счастливыми, несмотря ни на что. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто же еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я вам желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока.